Знаете ли, я устал от обычных фильмов и решил нас тут экспертов представить камерную романтическую мелодраму с элементами фантастики. Громкие заявления и пока сырые идеи фильма. Режиссеры говорят, что обычно сценарии возникают у авторов после того, как они или их друзья пережили какой-то момент. Но когда того самого опыта нет, качественного сценария не получается. У эксперта большой опыт в кино, и поэтому они сразу видят, что будет непонятно зрителю, что герой, допустим, непонятен, не выражен, либо те детали, которые я знаю, для меня они очевидны, будут неочевидны зрителям. Отшлифовать идеи молодежи помогают профессионалы. Московский режиссер Вера Вадынский подмечает, что в силу возраста многие преподносят идеи фильма в виде кинокомикса. В итоге зритель видит несуществующие отношения людей. Приходится проводить такой психологический буквально сеанс для того, чтобы в сознании человека раскопать, заставить его рассказать действительно ту историю, которую он хочет воплотить. Вот, то есть это вот самая распространенная ошибка. Ты с ума сошла? Кстати, чаще всего молодые алтайские сценаристы берут истории любви и житейские приключения. Но как это облечь в сценарий? О будущем региональных фильмов в этом году активно говорили в рамках Шукшинского кинофестиваля. Кризис – время возможностей. И в этом плане региональные киношники могут выстрелить на их стороне. Территориальная специфика, но технические моменты слабые. Выходить на индустриальную историю, чтобы снимать качественное, хорошее региональное кино, нужны отличные сценарии, и этих сценариев дефицит большой. А самое главное, дефицит умений работать с историями. 3 дня мастер-класса, и теперь участники должны написать свои идеи для короткометражных фильмов, а профессионалы им помогут. Так, с короткого метра молодые авторы и будут учиться писать большой метр по-новому. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, «День с толком».